Всем привет, с вами я, Алена. Я нахожусь в магазине FixPrice. Это FixPrice, город Балашиха, станция Никольская. Давайте посмотрим, что же появилось нового, классного и интересного. За 59 рублей новые наклейки для ногтей. Разные варианты в продаже. 59 рублей булавки швейные, 40 штук. И кнопки пришивные, 12 штук. 99 рублей это трафареты для макияжа бровей, 10 штук в комплекте. 10 разных форм для коррекции и окраски подходит, также для создания формы. $99 патчи против морщин, зона под глазами, здесь одна пара, они многоразовые, способствуют разглаживанию морщин. Удалите с патчей защитную пленку и расположите их на чистую сухую кожу. Держите патчи на коже от 2 до 8 минут. Далее их необходимо промыть под проточной водой с мылом и наклеить обратно на защитную пленку. Силикон, ПЭТ, и ПЭТ это защитная пленка. Так, еще есть одни новые патчи. Здесь разные цвета. Они, я так понимаю, гелевые. Тоже 99 рублей. Многоразовые. Способствуют снятию напряжения и отечности. Их можно охладить в морозильной камере или при желании нагреть в микроволновой печи в течение 10 секунд. За 99 рублей еще одни патчи против морщин для зоны лоб и междубровья. Многоразовые, способствуют разглаживанию. Вот такой вот формы. Состав силикон и также ПЭТ защитная пленка. Новый симпатичный пинцет для бровей, он с расческой. В двух цветах, фиолетовый и розовый. Пинцеты стоят 99 рублей. Вывесили осенние украшения, но я так понимаю, все это прошлогоднее. Вот такие звезды за 199 рублей. Композиции из искусственных листьев, осень, 79 рублей с тыковками. Чеснок, кукуруза, 149 рублей. Картошка, перчик. В принципе, все. В этом году очень мало декора, поэтому мы с сыном гуляли по району, чтобы сделать поделку в детский сад. Собирали на улице материал. FixPrice в этом году не помог. Большие подарочные пакеты 45 на 41 и донышко 10 сантиметров с блестками. 99 рублей. Еще один вариант вот такой вот с сердечками. Здесь уже без блесток, с надписью «Сюрприз». Вполне мужской такой вариант пакета. И последний с надписью «С днем рождения». 59 рублей мылящаяся глина для лица, тела и волос. Это Wilson Group, Москва. Смягчает кожу, улучшает микроциркуляцию, глина и масло апельсина. Второй вариант выводит токсины, регулирует себум, глина и шалфей. Улучшает цвет лица, возвращает волосам блеск. Это глина и масло миндаля. Давайте я вам покажу состав вот такого средства с маслом миндаля. Уникальный продукт для ухода за кожей лица, тела и головы. Мылящаяся глина, мягкий пилинг для кожи, деликатно отшелушивает клетки эпидермиса. Сегодняшний свой отзыв я оставлю вот о таком мыле для удаления пятен. Универсальное хозяйственное мыло с активными энзимами. Все о нем уже давно знают, что мыло очень хорошее. Так, два кусочка по 125 грамм, это 99 рублей. Я бы вам рекомендовала это мыло для стирки белых кроссовок. Вот у меня есть одни белые кроссовки, которые, в принципе, частенько стираю, но все равно остаются какие-то заломы на подошве, из которых уже грязь как-то не выстирывается.
Это мыло справилось на ура. Я из машинки вытащила свои кроссовки, как будто только взяла их на полочке магазина. Поэтому рекомендую натирать на терке и стирать в машинке свои белые кроссовки вот с этим мылом. В канцелярии не видел еще вот такие новые шариковые ручки от Берлинга. Эргономичная зона захвата, увеличенная длина письма 1800 метров, чернила синие и диаметр узла 0,7 мм, 79 рублей. А еще от Берлинга не видела вот такие гелевые ручки. Эргономичный трехгранный корпус, два раза больше чернил. Ассорти здесь одна зеленая, одна красная, две синие, две черные ручки. 99 рублей. Набор цветных гелевых ручек. Тоже такой не видела. Смотрите, здесь есть такими прокладочками против натирания пальчиков. 79 рублей. 149 рублей кисти для дизайна ногтей, 5 штук в комплекте. И ручки вот такие вот прозрачные с блестками. Три цвета: зеленый, серебро и розовый. И вот такие кисти в комплекте. Кисти из нейлона, также в составе полистирол, алюминий, сталь и ПВХ. 149 рублей новые расчески а-ля Tangle Teaser с металлизированным покрытием, два цвета, розовый и мятный. Щетинки, как и положено, разной длины, покороче, подлиннее. Очень хорошие расчески для расчесывания мокрых волос. Ну, для сухих тоже подходят. Удобная форма ручки, несколько цветов коллекции, ну вот у нас только розовый и мятно-желтый. Ну, нет, на другой полочке нашла еще вот такую вот серо-фиолетовую расческу. Отдел «Праздник», и здесь новый бумажный наполнитель за 99 рублей. Состав бумага в разных цветах. Есть розовая, коричневая бумага. Для мальчиков новинка, набор солдатиков, 149 рублей. Двадцать штук в комплекте, состав полипропилен ПВХ, гофрированный картон. Так, а где здесь картон? Интересно, девки пляшут. Так, производитель Китай. И солдатики в разных цветах. Есть вот такие коричневые, есть зеленые и есть еще черные, красные, серые, синие и вот такие бежевые. Я вам уже как-то показывала качели детские за 299 рублей. И наконец-то до нас доехали также кольца гимнастические. Длина шнура здесь 1 метр 20 сантиметров. Максимальная нагрузка на одно кольцо 40 килограмм. Вот такие треугольные. Да, они все треугольные. Кольца стоят 199 рублей. И еще здесь что-то лежит новенькое. Деревянная. Это лестница веревочная. Также максимальная нагрузка 40 килограмм, 6 ступеней. Дерево Россия. Так, и веревочная лестница стоит 299 рублей. За 149 рублей новые книги в мягком переплете. Это все Сирена Валентина. Чудовище. История невозможной любви. Еще вариант «Злые сестры. История трех ведьм». Круэлла де Виль. История злодейки с разбитым сердцем. Малефисента. История темной феи. Матушка Готель. История старой ведьмы. Урсула. История морской ведьмы. И последний вариант – это Леди Тремейн. История злой мачехи. За 149 рублей вот такие коврики. Я так понимаю, это остатки ковролина.
Да, и из них, из этих остатков сделали нам вот такие коврики. Размер 50 на 76 сантиметров. А вот такой коврик уже стоит 199 рублей. И тут уже прорезиненный низ. Размер 50 на 80. Наволочки новые. Мохнатые, приятные на ощупь. 40 на 40 сантиметров. 99 рублей. Разные цвета. На молнии, но, к сожалению, односторонние. С другой стороны, вот такие. Были бы двусторонние, вообще было бы классно. Очень мягкие, очень приятные. Производитель Китай, полиэстер. Стирать их можно при 30 градусах. Войлочные корзинки, 149 рублей. 30 на 20 на 23 сантиметра. Внешне качественные, состав фетр, но не указан какой. Вряд ли это натуральный, скорее всего, просто полиэстер. Корзинки эти с ручками. Сейчас она форму не держит, естественно, потому что я ее только раскрыла. Но если ее наполнить, она будет прямоугольной формы. Вот такая. И по цветам еще и серая корзинка. Так, есть другой формы. Размер 26 на 23 на 23, то есть она получается квадратная. И такая коробка стоит, ну, я так понимаю, тоже 149 рублей. Не вижу ценника, но, наверное, да, тоже 149 рублей. Светло-серая, темно-серая. Вот это вообще не отсюда все. И черная. Такая есть петелька. Ну, давайте откроем одну и посмотрим на нее. 26 это высота, а донышко как раз таки 23 на 23. Ну вот так вот ставила туда коробочку временно, чтобы вам показать. Вот так вот она будет выглядеть. Мне больше понравились прямоугольные. А здесь цвета спокойней. В этом же отделе маленькие органайзеры карманные, 27,50, причем есть вот такие без разделителей, а есть, я вижу, с разделителями. Есть крючок, можно подвесить, пластик пищевой, то есть можно какие-то специи хранить, таблетки. Срок службы не ограничен, и это Тольятти пластик. В прошлых обзорах показывала вам вот такие крючки, две штуки в комплекте, 55 рублей. Были вот такие вот голубые, еще вот такие розовые. И я вам не показала белые. Вот они. Ну, это прям не белый цвет. Это все-таки такой более немного серый отдает. Ну, в целом симпатичные. В мужском отделе есть новинка, линейка складная. 79 рублей она стоит. Производитель Китая, без пластик, полипропилен и сталь. Еще одна новинка в этом отделе, уровень с магнитом. 79 рублей всего лишь стоит. На что-то прям такое металлическое можно будет примагнитить и спокойно измерять уровень. Китай, полипропилен, алюминий и магнит в составе. Цифровой тестер электрического тока, 59 рублей, не требует замены батареи, клипса для крепления к карману имеется. Проверка напряжения в сети переменного тока от 12 до 220 вольт определяет наличие разрыва цепи в сетях. Я такой куплю для мужа. Смотрите, снова в продаже корзинки овальные, цена 149 рублей, радует, конечно. Могли бы такие за 200 даже выставить запросто. Плотный, хороший пластик. Два цвета, вот зеленая и вот такая оранжевая корзинка. Есть значок о том, что подходит для пищевых продуктов, очень хорошо. И это Татарстан, две ручки по краям.
Есть небольшое количество лишнего пластика, думаю, не критично. Все это можно легко убрать. Органайзеры для хранения. Размер такого органайзера 36 на 17 сантиметров и бортик 10. 149 рублей. Сзади два колесика. Производитель, к сожалению, Китай. Поэтому не скажу, подходит ли для пищевых продуктов, потому что значка нет. Удобная ручка выдвигать. Три цвета. Такая темно-серая. Есть посветлее серый и белый цвет. Еще одни органайзеры для хранения, 79 рублей. Ручка спереди, размер 23 сантиметра на 9,5 сантиметров и высота бортика 16 сантиметров. Тоже Китай, тоже ничего не скажу про пищевые продукты. К сожалению, Китай почему-то не указывает, можно ли использовать для пищевых продуктов или нет. Четыре цвета в продаже, вот такой бежевый красивый, нежно-зеленый. Мне очень нравится голубой и розовый. Смотрите, какие красивые коврики для ванной. 40 на 60 сантиметров. Приятный шоколадный цвет с поролончиком. Прорезиненные, толстенькие. 199 рублей. Есть еще вот такой вот цвет. Кофе с молоком. Красивый. Ну вот на этом прям весь мусор будет виден. Состав: полиэстер, нетканый материал и поролон. Вообще у нас, конечно, ковриков много. За 199 рублей для ванной комнаты. На любой вкус и цвет. Салфетки новые декоративные на стол. Размер такой салфетки 45 на 30 сантиметров. Вот он ценник, 149 рублей. Такая скользкая салфеточка. Разные цвета. Поливинилхлорид, полиэстер. Слушайте, я потрогала, они какие-то масляные, что ли. Рука прям жирная стала. Ну что, погнали искать новинки в моем любимом отделе. Это кухня. И здесь новая сито. 99 рублей. Других блогеров видела, мне казалось, оно какое-то более внушительное, что ли. Ну, не знаю, меня останавливает, мне не нравится качество. Нержавеющая сталь, Китай. Ложечки у нас еще висят, кто не успел, берите. Я взяла две, не нарадуюсь, с удовольствием накладываю такой ложкой кашу из мультиварки. 24,70 бамбук. Вот у нас висят прям целая спица. Новые доски разделочные, 79 рублей. 37,5 на 24,5 сантиметра. Здесь уже производитель Китай. Выдерживает температуру от минус 20 до 100 градусов. Полипропилен. Еще в желтом цвете. И сюда тоже приехали подставки под ложку. Тоже, кстати, есть вот эти масляные разводы. Ну, чем-то, значит, пропитывают дерево, чтобы оно быстро не портилось. 10 сантиметров, 79 рублей. Подставки под горячее за 99 рублей. Нет, смотри, 16 сантиметров, 55 рублей. Пробковая, да. 55 рублей. Вот такая подставочка. Смотрите, какая прелесть, какие они тоненькие, классные тарелочки, 20 сантиметров, опаловое стекло, 79 рублей. Вот такая нежность. Коллекция с черной каемочкой, соусница, 10 сантиметров, 29,50. И здесь керамика в составе. Никто этими ножницы не берет. Уже минажницы по акции 99 рублей, блюдо еще 149 рублей. Но недолго, и на блюдо тоже сделают акцию. Никому они не нравятся. Конечно, задумка классная. Но вот эти вот наклейки откровенные и материал сам. Ну, в общем, не берут их. Смотрите, новые тазики. Как правильно назвать? Салатник. Салатник нежность. 3 литра. Вот он, 79 рублей. Пластик подходит для пищевых продуктов. И это Татарстан. Тоненький пластик.
с декором. Три цвета. Снова бутылки в продаже с дозатором для соуса. 79 рублей 500 миллилитров. Я наигралась, больше не беру. Нужно из них что-то выдавливать, нужно какое-то дополнительное отверстие, чтобы воздух туда поступал. А так получается вакуум, и весь этот соус, который находится в бутылочке, плюется. Так, производитель Китай, состав полиэтилен. Новые подставки под столовые приборы, 99 рублей. Здесь дополнительная есть такая вставочка. Пластик очень плотный, очень классный. Можно будет вылить потом водичку. И разные цвета. Вот такой вот ярко-желтый. И есть поспокойнее оттенки. Ну и вот она, новая коллекция, которую все уже показывают. Тарелочки 20 сантиметров, 79 рублей. Керамика меня, если честно, не вдохновила. Эта серия мне не очень нравится. Лет 10 назад, может быть, бы я и купилась. Сейчас не нравится. Но это мое мнение. Вот такие салатники. 1,7 литра, тоже с декором. 149 рублей. И тоже керамика. Причем качество керамики хромает. Ну и покраски вон там вдалеке, видите, да? Надо выбирать. Фиала Боул, 315 миллилитров, 49,50. Она уже без декора. Вот такой салатник, 840 миллилитров, 99 рублей. Здесь уже, кстати, фаянс. Уже чувствуется, что качество лучше, чем вот у тарелок и салатников. И фиала Боул, 585 миллилитров, тоже фаянс, 79 рублей. Так, термокружка 330 миллилитров, 199 рублей, с двойными стенками, симпатичная. Такую термокружку мы с вами уже видели. Вот к этой коллекции, которую мы сейчас с вами смотрели, вот такие кружки 380 миллилитров. Так, ценника не вижу. Ну, наверное, 99 рублей или 79, керамика. Ну, кто-то оценит, я не оценила. Вот какие классные кружки. Вот такие мне нравятся. Ну, тоже недочеты, видите? Какая-то точка. Состав здесь фаянс, 420 миллилитров. И тоже нету ценника. Что-то как-то у нас тут сейчас в этот раз сложно с ценниками. Вот такая кружечка стоит 99 рублей, а вот такие 149 рублей. Здесь еще есть розовый цвет и белый, но у белой другая ручка. Предыдущий завоз, обычная такая вот ручка. Ну, молочников у нас еще нету, либо не приехали, либо не выставили. В общем, ждем. И, конечно, тут вот задержались вот такие баночки за 300 рублей. Во всех магазинах их раскупают очень быстро. У нас еще две штучки стоит. Пожалуйста, кто хотел, берите. На том же Валберсе за одну такую баночку просят. В среднем 600 рублей и выше. Слушайте, а слона-то мы не заметили. Вот он, соусник, 460 миллилитров, 199 рублей. Ручка, конечно, просто супер. Стеклянный классный соусник. Подумаю. Мне нравится, но подумаю. Давайте с вами в продуктах попробуем поискать новинки. Вот такое печенье я еще не видела. Funny Cat 39,50, 158 грамм. Для любителей радостей и сладостей. С ароматом ванили. Пряники, цветок апельсина. Это дымка, добрые сладости. Здесь 360 грамм, 59 рублей. Вы знаете, мне понравился, в принципе, состав. Мука пшеничная первого сорта, сахар, масло подсолнечное, крупа манная, цукаты, разрыхлители, карбонат аммония, гидрокарбонат натрия, соль, ароматизатор, натуральное апельсиновое масло и красители каротин и кармин. Так что, в принципе, состав-то хороший, можно попробовать такие пряники. Даже указано без пальмового масла.
От Невского десерта снова мармелад в продаже. Лимон, апельсин, грейпфрут. 79 рублей, 300 грамм. Состав хороший. Также от Невского десерта зефир появился в шоколаде. 165 грамм, 55 рублей. Попробуем с вами выяснить, какой же здесь шоколад. Заменитель какао-масла лауринового типа. Понятно, не хочу. И вот такой бело-розовый зефир, 300 грамм, 79 рублей. Здесь по составу сахар патока, пюре яблочное с консервантом, белок яичный, пектин, кислота молочная, цитрат натрия, ароматизатор, натуральный краситель кормин. Ну, вот этот еще можно взять. В последнее время очень много появилось новых газированных напитков в фикс-прайсе. Давайте с вами их все посмотрим. Такая вот кола «Волчок», 330 миллилитров, 39,50. Боржоми, насыщенный аромат земляники и травяным экстрактом без сахара, 59 рублей. Лимонад у черноголовки с натуральным соком, 39,50. Есть лимонад, есть мандарин. Вот такая кола, 39,50. Россия, Тверская область, город Тверь. Лаймон Фреш, 39,50. Вот такой вот газированный напиток. Green Me, 39,50. Такие мы с вами уже видели. Летом смотрели, 55 рублей. Ну и наверху тоже много всего есть. Фантула, 39,50. Еще есть Mountain Dew, Mirinda, 7-Up, Pepsi. Ну, цена уже 55 рублей за 0,25 миллилитров, даже так вот. Вот здесь 0,33, а здесь 0,25. Совсем мало. Квас Обломов 33 рубля, 0,45 литра. Ну, еще вам покажу общим планом, смотрите. А я на этом с вами буду прощаться. Спасибо всем, кто был со мной до конца. Если видео вам понравилось и было полезным, не забывайте ставить мне лайки. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. И всем до новых встреч. Пока-пока.